Всем привет, ребят. Ну что, наконец-то, как бы мы, в принципе, докачали все, что хотели. На английском сервере, на русском мы забили, на китайке мы ждем обнову. Чем заняться, будет куча времени, в принципе, более-менее так свободного, потому что я очень много времени уделял этому аккаунту с английского сервера. Решил я все-таки, начиная с Нового года, очень многие просят начать бездонатный аккаунт, который я буду развивать. Я не буду его там полностью на нем трешевать, сутками сидеть. Я буду развивать его, как и все, в принципе, без доната, там раз в день заходить, забирать плюшки. И я столкнулся сразу же с проблемой, на каком сервере начинать. Есть там, на которых я играю, это, допустим, Китайка, то есть Тайвань, где выходит обнова в первую очередь, где есть опник бездонатный. Второй вариант – это английский сервер, но здесь чисто донатный сервер. Ну, тоже, в принципе, неплохо. Ну, и самый третий вариант – это русский, где и с донатом плохо, и без доната плохо. И все в последнюю очередь. Поэтому я даже, честно говоря, в сомнении, где некоторые говорят вообще идти на немецкий, еще там начинать, ну, честно говоря, ну, не знаю, не привлекает. То есть есть три варианта. Напишите в комментах, на каком сервере вы хотите увидеть аккаунт, там русский, Тайвань, либо же английский. Если мы там создадим, например, скажем так, аккаунт там на русском либо на английском, там будет большинство за этот. В принципе, это без разницы, где создавать. Бездонатный аккаунт просто на китайке, сразу же говорю, плюшки очень хорошие для бездоната, это уже доказано. В любом случае, у меня есть в планах создать на Тайване аккаунт тоже параллельно, и там копить самоцветы, чисто делать там задания, копить самоцветы. И в итоге, когда мы там соберем определенную сумму, сразу же получить оттуда Огника, если он, я думаю, он будет разыгрываться, возможно, будет какой-то новый герой, это же Тайвань, там все намного веселей. Собрать его и потом чисто разыграть, не знаю, или будем дальше трешевать, посмотрим. То есть вариант просто чисто начать такой челлендж с Нового года копить самики на Тайване, то есть накопить там прилично, посмотреть, сколько это будет обходиться, чтобы вы просто понимали, насколько это сложно, несложно, ну, то есть сколько нужно терпения, чтобы не ролить. Есть люди, которые собирают там 100, 200 тысяч, 300 тысяч самоцветов. Можно просто параллельно заходить там, выполнять некоторые задания, собирать плюшки и уходить. То есть вариантов очень много, но для этого надо не ролить, то есть чисто копить, копить, копить. Бездонатный же аккаунт у нас будет развиваться абсолютно без доната. Будем трешевать, мучиться. Почему донат? Потому что с донатом намного быстрее, экономия времени, вы сразу получаете все возможности героя, вы понимаете, как он будет с таким или иным талантом развиваться, поэтому я играю, в принципе, с донатом, чтобы вам показать, какой герой в какой сборке будет универсален и для чего он применяется. Многие там начинают ныть, вот, донат, ты без доната не можешь, да ну вы играете без доната, но просто я вам не смогу показать максимальные возможности героя, чтобы вы понимали, стоит вливать в него ресурсы или нет, качать, не качать, потому что рано или поздно у вас придет время, ну, вариант выбора, и вы просто сталкиваетесь с проблемой, качаете его, а он не тащит, а назад уже изменить во многих случаях ничего, к сожалению, нельзя, особенно в нашей игре, поэтому все вот так вот. Это не из-за того, что я там зажрался, у меня там топовые аккаунты, здесь топ-1 просто за 3 месяца взяли, там унизили русский сервер, китайку тоже, то есть как бы вопрос не в этом, вопрос в том, что вы получаете от меня контент и видосы, в которых я вам рассказываю, показываю героев, стоит это делать или не стоит это делать, вот и все. Вот, поэтому пишите в комментах, какой сервер вы хотите увидеть, на котором мы будем играть на бездонатном аккаунте. Не знаю, какая будет периодичность видосов. Возможно, будут чаще, возможно, там раз в пару дней, потому что у меня основное это как бы сейчас роллинги. Очень много людей просят ролить, у нас, в принципе, это получается. Ссылочка на телегу мою, как со мной связаться на ВК, есть все в описании. Можете зайти посмотреть, под видосом все подробно написано.
То есть вот так вот. Что делать будем с этим аккаунтом? Пока качаем, смотрим дальше возможности. Дальше будет видно. Уже в следующем году посмотрим, что нам приготовит IGG в следующей обнове, потому что, скажем так, эта обнова дала возможность скачать силу в потолок там до 700, 800, 900 тысяч. То есть нету такого ограничения. Очень много силы поднимается. Очень много возможностей, очень большой дисбаланс будет, уже есть с донатом, без доната, прокачки, ну там просто бешеные прокачки получаются на уровнях, там если на двадцатку прокачать, да, надо куча ресурсов, но там герой просто получает 2 раза выше статы. То есть разница очень колоссальная, ну тут ничего не поделаешь. Не знаю, зачем они ввели такую прокачку, но это просто жестко даже для донатов, потому что это надо все время плевать, 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 качать, качать, качать. Но без этого, в принципе, никак. Я поэтому пока на раздумьях, возможно, даже вообще с Нового года просто тупо прекратить там топовые прокачки, силы. По сути, оно никому не надо, этот титул ничего не дает, только получать там обновы, делать какие-то герои, тесты, то есть такое, как я делаю всегда, гнаться за силой, в принципе, вот у меня за, по сути, за сколько там, 2 недели прошло, да, у меня там разница с топом, предыдущим 30к получилось, то есть мы не особо там напрягались, не особо качались, у меня здания тоже недокачанные, то есть есть еще 4-5 зданий неоткрытых. Заборы чисто принципиально не ставлю. Также я прошел АИ волну, налегке прошел. Я показывал вам видос, в котором немножко, скажем так, тупился Нокс. Я зашел на планш, и я за пару попыток с планшета прошел. То есть расстановка очень простая, а и волну, если у вас хорошо прокачанный герой, есть водушка, очень легко пройти, не надо ни забора, надо только юнит и здание, и все очень легко проходится. Если вам интересно, тоже пишите в комментах, можете написать в телегу, я вам скину там скрины. То есть, ребят, хотели трешечка, будет трешечок. Пишите в комментах, какой сервер. Ну, то есть я, наверное, 3 варианта все-таки ограничусь. Не хочу идти там на Индонезию, идти на немецкий сервер. Там говорят тоже топовые плюшки. Вариант самый такой более привлекательный, интересный, это, конечно же, китайка. Можно трешевать и на русском сервере, так как у меня 90% моих подписчиков, это, ну, 90, где-то 85, это русский, то есть русский сервер. Можно начинать на английском, но на английском здесь, скажем так, больше донатный вариант. Китайка все-таки, как по мне, сбалансирована для без доната, то есть можно получить хорошие плюшки. Русский сервер — это 3-й вариант. Я не знаю насчет русского сервера. Меня он не особо привлекает. Я туда убил 2 года игры, и, честно говоря, то, что я получил здесь за 2,5 или 3 месяца, но разница очень большая, дикая. Вы это можете видеть по видосах, по силе и по всему, сколько здесь ресурсов и что у нас на русском сервере, небо и земля. А вот так вот. Это опять же в плане доната. Для бездоната любой сервер хорош, но есть сервера, где больше дают предпочтение бездонату, особенно варианты акции, это опять же китайка. Я сколько вот 3 месяца на этом сервере, нету здесь для бездоната таких особо хороших акций, которые бы там просто тащили. Не знаю, здесь обычный такой же сервер, как и на русском. Просто рынок, ничего себе, ложный, намного круче. Вот, поэтому можем просто тупо каждый день 365 дней. Вот говорю 365 или сколько там, 360 дней просто трешевать, то есть пробовать играть без доната. Естественно, этот аккаунт там у меня будет все равно качаться точно так же. Блин, опять книги забрал. Как же они меня запарили уже, эти книги, я вам передать не могу, но я ничего не могу поделать. Это просто беда на этом сервере, то, что не хватает просто клеточек.
Так, что у нас тут пират сегодня еще? Пират. Бесплатку тыкнем. А вот, то есть... Делайте выбор и будем трешивать. Хотите, можем даже вместе, там, кто есть такие, кто любит копить самоцветы, можем вместе начать копить, а потом будем устроим мегароллинг там какого-то числа, когда мы накопим самики. Есть такие люди, которые это любят дело, копят, и сможем после Нового года просто устроить челлендж. Там, кто выбьет там мега, получит какую-то имбу. То есть можно такой челлендж сделать даже на целый год, тупо целый год копить самоцветы и в итоге в конце просто тупо заролить полностью все, там не знаю сколько за год можно накопить. То есть пишите в комментах, что вы думаете по этому поводу, какой сервер. Я думаю, за год 1150-200, думаю, можно накопить без донатов. Конечно, это целый год надо непрерывно заходить и хайт, но думаю, уделить минуту времени, просто зайти щелкнуть, это не проблема, забрать те же самые самоцветы. Вот, то есть такой вот видосик, посмотрим, что нас ожидает в следующем году. Я надеюсь, что будет интересно. В любом случае, без доната играют никто. Многие забивают на игру, потому что донатили, дальше смысла не видят. Многие играют, как играли, так играют. То есть игра, не хватает нам немножко на вольта. Игра дальше развивается, конечно, не так, как мы этого хотели бы, но в принципе главное, что она не стоит на месте. Так, забрали, я что-то не увидел, что мы там получили. А, Бигфута получили, вот так вот. То есть пишите комменты, что вы думаете, и будем дальше уже трешивать. Давайте, как обычно, выбьем имбу за 150. Посмотрим, что у нас сегодня за 150 будет легендарная имба. Ну, где по 150? Купидон. Вот. Все. Всем удачи. Всем пока.